Давайте сегодня с вами приготовим простейший, но очень вкусный кукурузный суп. В сотейник вливаем оливковое масло. Добавляем лук и грудинку. Затем сельдерей. И обжариваем все до золотистого цвета. Перчим. Добавляем кусочек сливочного масла. Пол столовой ложки муки и все тщательно перемешиваем. Добавляем фильтрованную воду из кувшина Аквафор. Аквафор великолепно очищает воду. Это очень важно, когда вы готовите супы. Ссылка на кувшин Прованс в описании ролика. Добавляем кукурузу. Доводим до кипения и пробиваем блендером. Потом добавляем сливки. И подсаливаем по вкусу. Всего лишь 20 минут, и очень вкусный, насыщенный и ароматный суп готов. Добавьте туда любую зелень по вкусу, украсьте зернышками кукурузы и подавайте к столу. Приятного аппетита!